Веселый таксист. А вот другой случай. Значит, девушка стоит на мосту, прыгнуть хочет, сигануть с моста с этого. Тут бомж к ней подходит, говорит: ты чё, решила прям сейчас уйти в мир иной? Она ему: не подходи, не подходи, прыгну, говорит, не подходи. Он говорит: может, последние минуты жизни, давай, так сказать, зажжем огонь любви. Она говорит: все равно не подходи, прыгну, не подходи. А бомж так иронично смотрит на нее и говорит: ну, прыгай, прыгай, ласточка, я подожду. Три должны ложные, вызов неосторожный, подъем с постели сложный, я раздраженный. Тревожный диван кожный, уже сложный, на сон бок положенный, мозг опустошенный. А я недоробок, и батьки так и кажуть, и в школе казали. Странный мальчик. Я дома был. Один? Один. Сериал смотрел. Какой сериал? По какому каналу? Канал не помню. Про любовь. Там мужик бабу любил сильно. Скинь! Скинь, дядя, порежу! Не надо! Я тебе сейчас! Ты что людям спать мешаешь, а? Сейчас я его в тамбур закрою, а на ближайшей станции встану. Ты знаешь, как говорил великий Дон Хуан Эль Мунта? Что от меня хранителем порядка надо? Look who is it here? What's your name, baby? Who gave you that name?